она думает, круглый показал бассейн, уверяет, хватит всем. Только нарисуй фрегат. Главный боцман будет рад. Сделай так, чтобы по рангу камбуза поплыть фрегату. А размеры извернись. Живопись. Главное, чтобы по каемке был заказ для нашей порти. Поле долго примерялось, резала и стыковалась, выверяя тот формат, вытягает тот фрегат. Тот фрегат сроднит кулю. Стас, ты видишь? Синие борта, слышишь, и кулю, синие борта надую и уверю, хватит всем, нарисую без проблем. И несет кораблик праздных, чуть смешных и несуразных, но зато больших друзей. Капитан, кричим, налей! Сколько б море не носило, дружба наша – это сила. Волны, штиль, мираж, обман. Наливай нам, капитан. Как Полина наша. Здорово. Прекрасно. Мам, вы посмотрите, это сман. Османа вы обливаете. Подожди. Нет, сынок, это, которым море по колено, нам не по зубам. Это подпуют две акулы и два стоят. А здесь, ребята, мы на мане друг за другом. Помните, у цепляли на перепятии. Поля, завтра застелю тебе сани коврами, и будешь ползать краску там, кисти вот такие, и нарисуешь хоть волны. Добилась. Голубой краски, вон, навались.